Сегодня видеоурок будет посвящен космическим звукам. Довольно непростая техника. Она делается с помощью платформы дыхания носом, либо на задержке дыхания без напряжения горла. Еще участвует язык. Для начала нужно сформировать вот такой звук «ой-ё». Нащупали этот звук. Теперь с этого момента делаем артикуляцию «ы-ю-юй». Язык очень близко расположен к зубам. Прикусывается двумя клыками. Слегка, но язык находится за зубами при этом. И артикуляция «ы-ю-юй». 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 Нащупали этот звук, и дальше с этого положения «ы-ю-юй» делаем «ню-ню-тюн-тюн». Может не сразу получиться, поэтому нужна практика, экспериментируйте, делайте, и все получится. Всем привет! Твой варганный тренер Ильдар Гимадиев. И сейчас я расскажу об уроках из продвинутого курса, поделюсь своими секретами. Поехали! Это переход на космодыхание. Если ты уже изучил технику вибродыхания и турбодыхания, то можно переходить на новый уровень космодыхания. Напомню, турбодыхание – это удар с выдохом, вдох без удара. Турбодыхание – это то же самое, но дышать два раза быстрее. И космодыхание – это задействование пауз, двойных вдохов, двойных выдохов. И чтобы перейти уже на этот уровень, нужно проделать следующее упражнение. Тренируем паузу. Дышим ртом. Пауза. 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 Удар делается ровно. А теперь сокращаем время паузы. Или увеличиваем скорость. И еще быстрее. И дальше уже можно начать не потихонечку импровизировать. Здесь присутствует также двойной вдох. Здорово. Ой, ля-ля, ой, лили, ой, ля-ля, ой, лили. Дышим ртом. Ой, ля-ля-ля, ой, ли-ли-ли. И также можно чередовать с задержкой дыхания на ой, ой, задержка дыхания, ли-ли, выдох. Ой, задержка дыхания, ля-ля, вдох. Таким образом, на задержке дыхания уже будут формироваться другие мелодии.
И еще важно на задержке дыхания делать разные частоты, постараться бас, средний и высокий. Таким образом, меняя положение шеи. Вот, а потом можно уже будет без шеи, потому что связки привыкают в горле, и уже можно будет делать это без таких манипуляций, просто связками. Привет, друзья! Сегодня расскажу о технике мелодии древних. Такая техника, которая содержит мелодику внутри горла. С помощью форм горла создаются мелодии, а ритм задается дыханием рта. То есть это сочетание техники с задержкой дыхания горла плюс дыхание ртом. Давайте я продемонстрирую и дальше разберем первое упражнение, первый шаг. Вот так звучит техника мелодии древних. Ну и так далее. Как слышно, мелодии задаются горлом, и дыхание ртом поддерживает эти мелодии, задает ритм, воздушность, и от этого создаются очень кайфовые, классные ощущения, медитативные, и также вы немножко проваливаетесь в древность и ощущаете истоки. Ну что ж, разберем первый этап, первый шаг, как играть такой техникой. Делаем задержку дыхания и делаем, создаем форму горла. Ай, ай. Далее прибавляем выдох. Выдох ртом. И далее делаем ай, выдох, ай, вдох. Ай, выдох, ай, вдох. Соответственно, ай делается задержка дыхания с напряжением горла. Конечно же, нужно делать сначала медленно, потом убыстряться, либо при вашем внутреннем ритме. Всем спасибо за внимание. Всем привет! Сегодняшний видеоурок будет посвящен игре на высокочастотном варгане. Послушайте, как он звучит. А именно техника обертонности. Вот так она звучит. Высокие нотки совместно с дыханием рта. Высокие нотки берутся при дыхании носом. Артикуляция ЭЭ. И теперь с дыханием ртом чередуем О, потом выдох, Э, потом вдох. Э уже дышим носом, не дышим ртом. Таким образом, при дыхании носом, если делать артикуляцию языком, меняя Э, Е и прочие артикуляции языком, мы добиваемся обертонных звуков, а ритм и чередование более красивой мелодии задается дыханием рта. Чередуя, получаются красивые интересные мелодии.